Тамбовская область поддержала всероссийскую акцию «Поезд помощи Донбассу», и из железнодорожного вокзала областного центра отправился специальный вагон с гуманитарной помощью. Инициаторами акции стало президентское движение «Народный фронт» и РЖД. В нашем регионе идею реализовали при поддержке Комитета общественной поддержки российской армии и движения «Тамбовская земля». Поддержал акцию и вместе с ее участниками проводил вагон и глава области Максим Егоров. Воспитывали в школе нас, бабушки, дедушки воевали. Думали, что с этой заразой, извините, больше никогда мы не встретимся на нашей земле, но это есть. Мы помогаем жителям Донбасса, Луганска. И, конечно, это маленькая толика того, что мы можем сделать, но мы ее делаем. Большое спасибо всем нашим неравнодушным гражданам Тамбовской области, нашим предпринимателям, нашим фермерам. Данный вагон, значит, там 35 тонн груза, из них 12,5 тонн воды, которая необходима, учитывая, что там очень большие проблемы именно с питьевой водой. Там более 10 тонн сахара, более 1000 одеял, тепловых накидок. Гуманитарный груз отправился из Тамбова в Москву, откуда бронзированные вагоны с разных регионов выйдут в Ростовскую область для дальнейшего распределения помощи жителям ДНР и ЛНР.